Спасибо за возможность выступить на вашем семинаре. Спасибо за приглашение. Сегодня я буду рассказывать про некоторое новое поколение численных методов вычислительной гидродинамики. Значит, мой доклад будет состоять из трех частей. В первой части я кратко дам краткое и, к сожалению, не вполне полное введение в такого феноменологии, что такое метод решеточного газа для расчета гидродинамики. Во второй части, первой части я буду более чем каноничен, то есть я дам выжимку из совсем, совершенно стандартных вещей. Во второй части я буду объяснять, почему эти методы работают, и, к сожалению, здесь распространены довольно много ошибочных работ, да много-много неполных, и здесь я буду более оригинален, поэтому для тех, кто желает ознакомиться со стандартной точкой зрения, есть монографии, и я отсылаюсь. В второй части я буду... И в третьей части я буду говорить о лимитерах, о способах вводить дополнительную, контролируемым образом дополнительную диссипацию, с тем, чтобы, когда методы доходят до своей границы, как-то более-менее разумно продолжить расчеты дальше. Вот границы свои применим в натуральной форме. Эта проблема, ну вот если говорить об этой проблеме, то она возникает со всеми численными методами, поскольку все численные методы имеют ограничение, если их просто буквально применять, не внося дополнительной диссипации, а некоторые втихую методы вносят, даже не объявляя это. Многие методы вносят методы ограниченных объемов, они являются первого порядка, вносят дополнительную диссипацию, то большинство методов нуждаются в контролируемом бросе, дополнительной диссипации, хотя это портит точность. Ну и чем лучше мы, чем меньше мы вбрасываем, чем лучше мы это контролируем, тем дальше мы проходим. Но уже точность мы не можем гарантировать аналитически, и должны отслеживать на бенчмарках, то есть на стандартных вычислительных примерах. Что мы и сделали. Значит, итак, метод решеточного, значит, план моего доклада. Сначала просто Латис Больцман, почему, как он устроен эти методы, как они. Я, прошу прощения, я буду использовать калька английскую, не методы решеточного больцмановского газа, у меня язык не поворачивает, это Латис Больцман метод. Латис Больцман как короче и привычнее. До слайда еще раз прошу прощения, слайды у меня на английском, это были все, это были всю серию лекций. Ну, просто это версии слайдов, которые были докладов, рекомендаций. И более, ну, так, в качестве извинения могу сказать, что у меня на рабочем компьютере нет кириллицы. Вот на лаптопе есть, а на рабочем компьютере нет. Так что приходится... Так, значит, потом будет проблема дисперсивных осцилляций. Проблема тех осцилляций, которые возникают во всех численных методах второго порядка. Всегда. По теореме Годунова, второго и выше. Идея лимитеров, ну и дальше, как устроены лимитеры Латис-Больцмана, как устроена фильтрация, и как считать дополнительное производство энтропии. В чем главная идея Латис-Больцмана? Вот один из классиков Латис-Больцмана сказал, что Латис-Больцман позволяет расщепить нелинейность и нелокальность. Нелокальность, ну, сам перенос, дифференциальную часть, и нелинейность. Нелинейность в точности локальная, точечная, а нелокальность точно интегрирует. Нелокальность, в общем, свободный полет. Ну, нелокальность линейная, точная и явная, как уравнение чистой адвекции с постоянной скоростью. А нелинейность, она вся поточная. И Латис-Больцман это есть метод расщепления, который сначала решает транспорт, адвекцию, точна, потом происходит нелинейный шаг, который называется удаление, потом адвекция, потом удаление, метод расщепления существует. Значит, идея метода Латис-Больцмана. Ну вот я рассматриваю совсем уж карикатурную ситуацию, одномерное течение. И одномерное течение моделируется с помощью как бы трех, ну, газа с тремя состояниями. Есть частицы, бегущие направо со скоростью звука, с тепловой скоростью. Есть идущие налево с тепловой скоростью. И есть те, которые стоят.
Ну и считается, что по определению плотность жидкости в кадах, да, для каждого этого состояния плюс-минус и ноль есть своя плотность распределения. Считается, что плотность вот этого газа или жидкости, назовем, это просто сумма плотностей, а скорость это взвешенная сумма V плюс. Ну, V плюс обычно и V минус это плюс и минус c, или там безразмерный коэффициент плюс и минус единица, V плюс, V минус F минус плюс V0 F0, то есть V0 это 0, плюс V плюс F плюс, это будет скорость потока. И вот будем считать, что мы моделируем такой вот газ с ρ и u. Ну, понятно, что это считаем. 0 это минус F, это плюс F. А? Что? А, ну... Ну, здесь уже безразмерность. Это первый момент. Ну, то есть, это первый момент. Давайте мы первым это назовем. Значит, Денис сделал правильное замечание. Я буду обсуждать динамику первого момента. Но первый момент, это, конечно, ρ на скорость, а не... То есть, это ρ на скорость. Ну, вот я допустил такую вольность речи, обозначил первый момент как... Ну, надеюсь, вы меня простите. Спасибо. Значит, есть вот три таких распределения. И утверждается, что мы можем описывать динамику переноса ρ и u, переноса момента и переноса, переноса импульса и переноса плотности, переноса массы с помощью вот трех таких плотностей. Как описывать? Ну, F минус побежит в минус, F плюс побежит со своей скоростью в плюс, F0 останется на месте, через некоторое время нам нужно будет их перемешать. Мы сделаем шаг свободного полета, а потом перемешаем. Но снова сделаем шаг свободного полета, потом снова перемешаем. И вот это, и эти шаги должны аппроксимировать реальное движение жидкости. Что в общем происходит? То есть есть свободный полет и соударение. Свободный полет, я здесь нарисовал, вот они. F0 как стояло, так и стоит. Ничего с ней не произошло. F плюс сдвинулась направо. F минус сдвинулась налево, а F0 осталась налево. Там вверху знак плюс должен быть, наверное. Что? F плюс V плюс. Первая строчка. Нет, нет. Да, знака минус, знак минус. А, то есть у вас знак скорости здесь? Нет, значит, здесь, смотрите, вот если здесь плюс дельта Т, то здесь минус. Ну, понятно. То есть это преобразование Галилея, это просто в другой... То есть все правильно. Вот здесь, как они изменились все, все пробежало. То есть F, она равно в прошлом, то есть сдвиг в прошлое, это сдвиг на дельта Т, и на минус в это в прошлом. F от t плюс дельта t это то, что было в прошлом на месте минус v дельта t. То есть, что сейчас в x, то было в минус v дельта t. Вот. Ну, значит, вот мы так сдвинулись по решетке. И после этого мы должны стукнуться. Что это значит? Стукнуться. Соударение это имеет очень мало общего с соударением в чем? Реальность. Это некое перемешивание скоростей. Что это значит? Это значит, что есть новое значение f, которое есть функция от старых значений. И во время этого соударения не макроскопия, называется, введу новое слово, макроскопическое и микроскопическое. Ну, Латтис Больцман, это, конечно, Латтис Больцман, это, конечно, не в полном смысле микро и макро, но язык сохраняется. Микро – это плотности, а макро – это вот моменты, ρ и u. Вот во время соударения новые плотности в точке x являются функциями от старых плотностей в той же точке x. Функция, вообще говоря, не меняется. А
ро и о при этом не меняются. То есть они являются интегралами, собственно, ударения. С законом сохранения. То есть вот соударение перемешивает как бы эти штуки. Чтобы ввести соударение, очень удобно. Соударение вводится через понятие равновесия. Хотя не всегда. Но как работать? Равновесие – это функция распределения, которая есть функция от x, но в каждой точке она зависит, вот, минус 0 плюс, она зависит от ро и от ро. То есть каждому значению плотности и каждому значению и плотности, и импульса мы сопоставляем некоторое равновесие. Как это вопрос? Это специальный технический вопрос. Как это сделать получше, чтобы получше аппроксимировать гидродинамику? Но для нас пока не важно, как это сделано, это обычно некоторые многочлены. На самом деле, как строят? А строят так, чтобы это равновесие давало те же самые средние ро, у и тензор напряжения. Ну, если мы будем использовать тензор напряжения, как-то V, I, T, V, G, T, F в среднем. То же самое значение ρ, U и тензор напряжения, что и максвелловское распределение. Ну, классическое, то есть локальное максвелловское распределение. Чтобы получить те же самые ρ и U, ну это уже как обязательно, но еще и сигма. Сигма. Что будет давать равновесное максвелловское распределение. Это обычный подход. Иногда он модифицируется. Вводится понятие равновесия. Значит, так, мы рассмотрели плотности, дискретный набор скоростей, адверсию, свободный полет, ввели понятие соударения, заметили, что оно должно как-то перемешиваться, и не менять макроскопических величин, и сейчас ввели понятие равновесия. Я даю намек, как его вводят, мы не будем им заниматься, но есть простейший случай, который есть как бы родитель всех случаев. Как строится ударение? А пусть соударение... Есть два случая предельных. Первый случай. Пусть все идет строго в равновесии. Ну, такой тип соударения. Все уравновешивали. Адвекция уравновесили, адвекция уравновесили, адвекция уравновесили. Так можно. Второй предельный случай. Зеркальное отражение. Адвекция получаем в трехмерном пространстве F минус F плюс F0. Точка равновесия здесь, F, эквилибриум, вектор. Получаем по соответствии что-то зеркально отображаем относительно равновесия. То есть есть два предельных случая, либо прыгаем в равновесие, либо зеркально отображаем относительно равновесия. Ну а в реальности все выбирают нечто между. Вот это, собственно, я и рассказал, как строится соударение. Вводят равновесие из соображений аналогии с распределением Максвелла. Дальше есть два предельных случая. Строг, соударение это строго в равновесии. Это слишком большая вязкость обычно. Соударение отображает зеркальный образ относительно равновесия. Это я сразу забегаю, что это приведет к нулевой вязкости. Тоже. Ну и вот промежуточные случаи, это то, чем пользуются. Да? Я сначала хотел оговориться, по ходу доклада удобно вопрос задать? Ради Бога. Но я представляю свое право, скажем, отложу. Вот, по поводу сопоставления с распределением Максвелла, речь о том, что, ну, поскольку у нас здесь скорость дискретна, у нее всего три значения, сопоставляются средние квадратичные для скорости или с макроскопическими средними? Микроскопическими средними квадратичными максимумскими или что-то еще. Значит, дальше следующее. У вас есть
операция усреднения в распределении. В максимумском распределении это интегрирование, в этом распределении это суммирование. Но операция усреднения с распределением у вас все равно есть, да? Значит, дальше вы пишете, что V, то есть средняя скорость, равняет меня здесь U. Единица средняя равняется ρ, но U имеет плотность момента, здесь плотность импульса. И ВИТ, ВЖТ равняется сигма. Вот эти три момента должны совпадать. Ну сигма там, Т квадрат, я вот не буду все расписывать. То есть ВИТ и ВЖТ, диагональная часть, куда с давлением, не диагональная, это тензор вязких напряжений. Понятно, да? Ну вот этот тензор, то есть вот эти, это скаляр, вектор и тензор должны совпадать у равновесия и у масс. Почему? Потому что это как бы макроскопически, а это то, чего ими движет. То есть силы должны быть теми же самыми. Операция усреднения, ну, где дискретная, где непрерывная, я думаю, что каждый разберется, что когда непрерывная функция ответа интегрировать, когда дискретная вы суммировать, ну, проблем нету. Я ответил на ваш вопрос. Очень важно, что вообще, иногда говорят, давайте уберем побольше скоростей, и чтобы побольше моментов сохранять, поскольку иногда нам нужно, чтобы старшие моменты были как положено. Хорошо? Но, в общем, я... Вот самое стандартное объяснение, как надо делать, я скажу. А слово столкновение не стоит заменить слово сложение. Или усреднение, да, и чем такое. Вы знаете, вот, ну я же зачем мне менять сложившуюся в тысячах работ терминологии? То есть, а столкновение используется потому, что это аналог уравнения Больцмана. И Больцман как устроен? Есть адвекция, а есть интеграл столкновения. Здесь интеграл столкновения занимается по дискретной операции, но все-таки это, в этом смысле это столкновение. Хотя это усреднение, перемешивание, ну, как это, уравновешивание. Вот. Значит, если мы правильно сосчитаем, как устроена динамика плотности, и, там, скорости, то есть, ну, в принципе, и плотности, и импульса, температуры и так далее, мы увидим, что это будет комбинация консервативного транспорта уравнения Эйлера плюс правильные вязкие члены, умноженные на шаг по времени, плюс члены порядка А, дельта, Д в квадрате. Ну и плюс. Это просто, если мы правильно допишем разложение по шагу. Я не предполагаю не выписывать разложение, потому что это займет все полтора часа, а смысла в этом не будет никакого. То есть вот, вот что происходит. Вот это... Только там, тогда на вязке ДТ не надо умножать, если у вас просто производная. Это если добавка, то тогда надо на ДТ умножать. А вот и нет. А вот и нет. Смотрите, дело в том, что видите, как мы поступаем. Мы делаем... Вот, давайте представим, здесь все как бы сказано. Для... Пусть рассмотрим. Дело в том, что, как я уже говорил, ну, что есть два типа столкновений, два предельных типа. Просто отражение от равновесия через равновесие, что дает нулевую вязкость, и падение в равновесие, которое мы называем Чернотесовским шагом, что дает некую вязкость. Давайте, значит, балансируя между ними, мы можем регулировать вязкость. Давайте рассмотрим соударение, которое прямо ведет в равновесие. Ну, здесь как бы об этом случае. Значит, тогда что? Как устроен динамика? Свободный полет, падение в равновесие. Свободный полет, падение в равновесие. Значит, чем больше время свободного полета, тем больше вязкие члены в эквивалентном непрерывном уравнении. То есть, когда вы методом дифференциального приближения построите
непрерывное уравнение, соответствующее этим шагам, вы увидите, все уже увидели, как кто это делал, что вязкость пропорциональна дельта Т. Вязкость пропорциональна дельта Т. Ну, естественно, она пропорциональна и доле, если вот у нас есть смесь двух типов соударения, и доле уравновешивающего соударения. Понимаете, что мы как взвешенное среднее между прыжком, взвешенное между прыжком сюда и прыжком сюда, куда-то сюда. Вот доля в этом среднем падения на равновесие, умноженная на шаг по времени. То есть вязкость связана с шагом по времени. Ну, впрочем, если вы возьмете, что доля равновесного есть единица на шаг, вы можете убрать связь, варьируя долю уравновешивания. То есть вот, ну, здесь как бы вот эта смесь выписана. Бета единица. Нет диссипации. Бета одна вторая, падение равно равновесие. Или на самом деле эта схема была предложена до всякого Латис Больцмана в работе Пола и Тани Эренфест в 1908 году написана и опубликована, по-моему, в 1911 году. Они изучали появление диссипации в консервативных системах и предложили такую схему, что движется ансамбль по уравнению Любиля, который не производит энтропию. Потом этот ансамбль падает на ячеечное равновесие, то есть какое-то условное равновесие, максимизирует энтропию. Появляется производство энтропии, но снова движется по уравнению Любиля, снова уравновешивается. Так он называл это встряхивание. То, что вы предложили, РНФС называл это не соударение, а встряхивание. Так вот, это вот встряхивание по РНФС, я поэтому все время говорю, что это РНФСовское, хотя это в этом смысле и оригинально наша компания. Говорит, люди почему-то не любят цитировать старые работы. Но это РНФСовское встряхивание, вот падение на равновесие, вот падение по текущему сюда, РНФСовское встряхивание, а это отражение. Но их линейные комбинации дают вот так называемые латис хатнагар гросс круг метод, латис BGK, интеграл с нотами. Самый популярный интеграл с нотами, там есть разные. Вот, ну, можно, тут некоторые, это я использую обозначение тех работ, значит, здесь скорость это c и t, много скоростей. И вот это интеграл движения имени Саура Суччи, конечно, это великий человек из Рима, вот он придумал большую часть Латиса Больцмана, хотя были работы до него, Макнамара и Занетти были в этом, но реально. Он сказал так, вот будем считать, что разность, ну, есть свободный полет. Свободный полет – это правая часть, здесь вот это свободный полет. Дельта Т – это единица. Будет разность между текущим и результатом свободного полета. Будет такой оператор столкновения. Оператор столкновения – это некоторый линейный оператор на разность F и F равна S. Плюс внешние силы. Это могут быть плазма. Да, мало ли что. Плюс внешние силы. Вот это некоторая общая форма, которой люди на самом деле не пользуются, а пользуются, что матрица вообще говоря диагональная. Все. Вот это вот чем пользуются. То есть результат. То есть вот есть такое уравнение. Это просто по-другому записанное результат адвекции минус предыдущий шаг, это, ну, результат правильно записанный, это некоторая константа на разность текущего и равновесного. И есть сосчитанная
вся считанная вязкость, вот она ню, она просто выражается. Да. Ну, дальше люди изучают. Сравнивают это с так называемым Бхатнагар Gross Proof Equation. Уравнение Бхатнагара — это как бы уравнение, в котором вместо интеграла столкновения Больцмана стоит вот такой член преследования. Система уравнения преследует равновесие. Локальное равновесие. Локальное равновесие — это нелинейная функция. Почему? Иногда люди думают, что это уравнение линейно. Это не вполне точно, потому что равновесие определяется локальными значениями. Ро, У, если вы хотите, надо включать Т. То есть в это F со звездой. Дело в том, что момент — это линейный функционал от F. А равновесие нелинейно зависит от моментов. Момент — это функции точки. Поэтому локальное равновесие — это нелинейный оператор, очень простой, конечно, но нелинейный оператор от текущего состояния. Поэтому это нелинейное уравнение, простейшее нелинейное кинетическое уравнение. Вот. То есть исследуют это уравнение, строят для него приближение Чепмана и Слога и говорят, что метод Латис-Больцман — это метод дробных шагов, или как говорят по-английски сплитинг метод, в этом случае метод расщепления для вот этого уравнения. Решая метод расщепления этого уравнения, получаем Латис-Больцман. Формально это все правильно. Вопрос в этом месте есть? Тау, единица на тау — это аналог релаксации. Да, тау — это время релаксации. То есть омега — это единица на тау. Тау — это время релаксации. Ну вот, можно забыть. На самом деле, намного более эффективно с точки зрения исследования приближения это забыть о непрерывных уравнениях, потому что иногда они вводят в заблуждение. И просто рассматривать дискретную цепочку. Стартовая F, свободный полет, F стоп, соударение. Новая стартовая F, свободный полет, новый стоп, соударение, новый старт и так далее. Вот эта дискретная цепочка и есть Латис-Больцман. И очень важно, еще раз, коллижен, то есть соударение, не меняют макроскопических переменных. Опять. Извините за некую занудство, я опять и опять повторяю главную схему. Итак, это просто вот главная схема Латис-Больцмана. Что есть F, F от x, t плюс d от t. Это первый шаг, free flight. Это f от x минус v дельта t, ну, v соответствующий индексу при f, f, f и t. Вот. И после этого шаг соударений, некоторый нелинейный оператор, но сохраняющий макроскопические моменты и вообще говоря, выращивающий энтропию. И снова свободный полет, и снова. Значит, первая часть моего доклада тем самым вводная закончена. Сейчас я очень кратко, не вдаваясь в подробности, намеком теорию, как это, почему это работает. Значит, есть стандартный, я должен представить, я как честный человек должен представить стандартную схему вовлеченных понятий Латис-Больцмана. Значит, Латис-Больцман идет микроскопическая модель как основа. Уравнение Больцмана или так называемая модельные уравнения LBGK или другое уравнение, как основа всего. Дальше идет есть две ленты, два спуска, две цепочки. Дискретизация в пространстве скоростей, получая уравнение, модель с конечным числом скоростей. В результате дискретизации в пространстве скоростей. Дальше дискретизация в пространстве и времени, получаем дискретную модель Латис-Больцмана. Но это, извините, здесь нигде нет транспортного уравнения. Здесь нигде нет Нави-Стокса. Здесь только
Здесь только кинетические уравнения. С другой стороны, используя асимптотическое разложение по временам релаксации, мы получаем макроскопическую модель, например, Навистокса или Гредовска, ну как там, что получили. И потом мы заключаем, поскольку это получено из одного и того же источника, что одно аппроксимирует другое. Вот этот стандартный способ, он содержит в себе несколько подводных камней, поскольку слишком длинные цепочки. И в ходе этих цепочек мы иногда одно и то же в одном месте считаем большим, в другом месте маленьким. Вот это, к сожалению. Значит, мы можем действовать абсолютно по-другому. Мы можем просто рассматривать дискретную цепочку и макроскопическую модель и рассматривать одну как и доказывать, что одно есть аппроксимация другого. И это оказывается правильнее, и даже оказывается численные эксперименты показывают, что дискретная Латис-Больцман модель не всегда аппроксимирует вот это в реальном диапазоне параметров, но всегда аппроксимирует вот это в реальном диапазоне параметров. То есть это лучше. Просто это, мне кажется, вот делается разложение по шагу по времени. Значит, тут опять напоминается, что такое адвекция. Адвекция с движением по фиксированию. Жет это групповой. Ну, вот нужно вот закрыть вот сегодня только третью строчку. Первую, третью, вторую нужно не обращать. Адвекция. Сдвиг по времени в адвекции это АТ, оператор адвекции. Ну зачем написать длинную форму, может быть, короткую. Макропеременные это какие-то моменты. Например, ну то, что у нас уже неоднократно появлялось. Свойства соударений. А вот тут появляется еще одно важное свойство соударения. Соударение это сжатие. Соударение должно обладать двумя свойствами. Первое, что не меняет макроскопических переменных, очевидно. А второе, что это сжатие в подходящей норме. Норма. Вот здесь, если мы, например, соударение поставим сюда, то это будет сжатие в обычной эвклидовой норме. Комбинация. То есть движение в точку, это все пространство в точку. Это с нормой. Оператор нормы, ну, просто зеркальное отражение. Понятно? Выпуклая комбинация дает сжатие. Ну, это типа условий Липшица, только вообще. Ну, нет, ну, даже более просто, можно сказать, норма. Вообще говоря, можно считать, что норма может меняться от точки к точке, все. В реальности всегда одна и та же норма, и вклидовая достаточно. То есть для общих теорем мы используем более такие вычурные, но на самом деле. Но если у нас одномерное пространство и норма это модуль, то это условия Липшица. Да, это условие Липшица, конечно. Вот. Вводится понятие равновесия, рассматривается уже неоднократно фигурирующая LLBM, Lattice-Boltzmann Model Chain, цепочка, адвекция, коллизия, соударение, адвекция, соударение, адвекция, соударение. И первое, в пространстве функции распределения существует инвариантное многообразие. Такое, что начиная с него, адвекция, потом соударение приводит на него. И строя это инвариантное многообразие обладает свойством устойчивости в некотором специальном смысле. И в общем, при достаточно малых шагах по времени мы всегда сваливаемся в маленькую законечку. И первая задача это разложение, вот условия инвариантности, нужно вот ушли и вернулись, это в том же многообразии. И разложение по шагу по времени для этого инвариантного многообразия. Это первая задача. Эта задача есть просто, ну, если хорошо будет формула Т. Вторая задача. Но если мы нашли инвариантное многообразие, и умеем вести отсюда сюда, с него, то нам нужно теперь построить дифференциальное уравнение для моментов. Мы здесь проходим по адвекции, уже нет, соударение просто возвращает нас на инвариантное многообразие. На самом деле соударение нужно только, чтобы вернуться. А макроскопические перемены меняются в результате адвекции. И нужно получить это уравнение. И опять же, формула Тейлора помогает нам найти разрушение.
уравнение по шагу по времени. Ну, почему уравнение? Потому что в первом приближении это вот прямо вот так. Ну, скорость. Но на самом деле это не так. Во втором приближении появляется кривизна и так далее, и так далее, и так далее. В результате мы получаем сейчас просто примеры, что получается. Вот стандартное равновесие, полученное из Максвелла. Вот это. И вот макроскопические уравнения. Там первая система это уравнение Эйлера, по сути, да? Да. Не, вот это просто Эйлер. Вот первое это Эйлер, по сути, это просто Эйлер. А второе это вязкие члены. Учтите, что вязкие члены с несколько стран ведут, кубы, ну, понятно, что с некоторыми уклонениями. Но уклонения все имеют порядок у малое, у числа мах. То есть там у квадрат входит, у куб. Производная от у куб, понятно, она умрет. А от у квадрат останется. Ну, характерная скорость у, когда у вас получается. Нет, характерная скорость у квадрат. У должно быть меньше, чем ρ на скорость у. Ну, раз мах употребляет, то... Нет, вот и что. Все. Число мах, то есть у. С должно быть у ро, С должно быть маленькое. Да, да. Тогда это в точности на скорость. Угу. Но поскольку нам никто не гарантирует, что всегда будет маленький, то мы должны выписать, ну, следуя логике, должны выписать полное уравнение, а потом посмотреть, как оно будет работать. Вот полное уравнение, которое получается из Латис-Больцмана разложением по шагу. У них у вас основа параметра верхней релаксации, да? Или все-таки нижней тоже? Омега это параметр релаксации, вот это. Ну, вот это вот. Называют, когда он больше единички, а нижний, когда он... Нет, вот здесь вот. От нуля до двух. Больше, да. он всегда... Он, до верхней даже, можно. Он всегда больше единиц. Да. Всегда больше единиц, потому что с перелетом, Вот. Для решетки, ну, для двумерной решетки, вот двумерная решеточка скоростей, простейшая, это 9 точек, вот она, V. Вот функция распределения, равновесная, получаемая из Максвелла. Ну, в общем, легко понять, что оно так и должно быть где-то. Конечно, коэффициент исхода не сообразишь, но где-то так оно так очевидно должно быть. Вот. Веса еще тут вот такие веса, но можно этим клином. Ну и соответствующее уравнение. Опять же, сначала это Эйлер, ну, первая неразрывность, естественно. Второй, сначала это Эйлер, ну как положено Эйлеру, а потом идет вязкий член с некоторыми членами более высокой степени, которые исчезнут в первом порядке по маху. Вот, собственно, это я так экспонирую, да, чтобы посмотреть, но это тетановистокс. Собственно, вот, да, это ну. Значит, собственно, на этом я заканчиваю как бы вводный курс Латис-Больцмана, включающий абсолютно стандартное введение. И вот эта идея инвариантного многообразия, изложение уравнений, немножко нестандартная, но она ведет к более правильным ответам. Хотя я думаю, что будет стандартным все время. Вот, а теперь начинается, собственно, уравнение Латис-Больцмана, проблема дисперсивных осцилляций, дисперсивных колебаний, проблема лимитеров, как их строить. Это, собственно, то, чем мы занимаемся. И начинать, конечно, это все нужно, проблему лимитеров и всего прочего, с работы Сергея Константиновича Гумилева. Аспирант, ни академик, ни Чингор, ни академик, ни профессор, а всего-навсего аспирант Годунов в 59 году доказал теорию, ну, которая так по-простому звучит так, что метод второго порядка точности не бывает монотонным. А еще более по-простому звучит так. Метод второго порядка точности всегда приводит к дисперсивным осцилляциям. То есть всегда вблизи крутых градиентов будут появляться паразитные колебания, и с этим вы ничего не можете делать, оставаясь в пределах второго порядка точности. Для чехи-ларинойца меньше двойки. Больше двойки. Ну,
да. Ну, то есть, нет, иногда же только параграфить для всех. То есть, на самом деле, то есть вопрос такой, что всегда вблизи любого крутого градиента начинается в любой разностной схеме, вы второго порядка точности и выше, начинаются колебания. А первый порядок точности требует слишком маленького шага по времени и реально неприменим. Ну вот, по причинам чисто техническим. Вот. Значит, я тут это то место, где использую кириллицу, даже на 200 лет. Своего учителя, одного из своих великих учителей, потому что он у нас вел численные методы, Сергей Константинович, и цитату из его аспиранта, ну, вот работа была опубликована, когда он уже защитил диссертацию, ну, это аспирантская работа. Цитату из его аспирантской работы приводит здесь. Ну, вот, а осцилляция, это картинка из работы Этана, Тадмора и Джонга 2006 года. Они делали схемы с сохранением энтропии, но вот видите, что получается на ударной волне. Это всегда схема высокого порядка точности. В 44 году великий фон Нейман сделал ошибку. Это нужно отмечать, что не часто великий фон Нейман делал ошибки. Он решил, что эти колебания такого типа, это все ерунда, и все равно в слабом пределе получится то, что ну, большие осцилляции, мы устремляем шаг к нулю, большие осцилляции, они, ну, они, сказать, тоже, нет, они в среднем, то есть не в слабом пределе, то есть это синус омега х при омега стремящемся к бесконечности стремится к нулю. Хотя, ну, в слабом смысле, хотя понятно, он вынимает и плюс один, и минус один, но очень часто. И поэтому в слабом смысле, то есть все интегралы, все средние стремятся к нулю. Однако, Лакс тоже человек небезызвестный, Питер Лакс, знаменитый численный, один из самых знаменитых численных математиков 20-го века, второй половины 20 века, заметил, что это неправильно для нелинейных уравнений. Почему? Потому что средняя квадрата не является квадратом среднего. Если вы думаете, что пределы в среднем являются неправильным подходом к изучению пределов численных решений. Ну, потому что уже вот в этом уравнении, которое Бюргерс, уже вот этот квадрат, но ничего от него, он будет принципиально различным для быстро осциллирующего решения и для истинного решения, и до среднего решения. Поэтому нельзя ожидать, что осциллирующее решение сойдется в слабом смысле к настоящему. Вот это Лакс получил в некотором пределе для огибающего уравнения начиная с уравнения Бюргерса, изучать как ведут себя средние, получается уравнение Картавега де Фриза, получается несухающие кноидальные волны. Нет, там как раз, ну, кажется, не солитон, а кноидальная волнука. Она не бежит еще. Она тоже бежит, но она другая. То есть получается несухающие волны, фиксированные амплитуды, никуда не стремятся, плюс не усредняются, ничего. Это, кстати, такой один из первых, это как получается уравнение Картавега де Фриза, он также в этом случае возникает. Замечательно. Я очень рад процитировать работу Дэвида Ливермора с Джан-Лю Ливермор. Изучил этот феномен по-настоящему. Что он сделал? Он ввел, ну, для дискретной схемы, он ввел довел дополнительные переменные. Есть среднее У и среднее У квадрат. И он написал уравнение на среднее У квадрат. В некотором пределе. То есть, если мы будем измерять шаг, что мы получим на среднее У квадрат? И выяснил, что в этом уравнении появляются бифуркации, отделяющие зону с колебаний от зоны без колебаний. В
В одном случае средний У и средний У квадрат это почти одно и то же до бифуркации. А потом он построил настоящую, континуальную, очень красивую, качественную теорию дисперсивных осцилляций. Работа, к сожалению, очень мало цитируема. Я вообще так. Ну вот он изучал вот это уравнение, брал начальные условия корень кубический. Как такой мягкий разрыв, что такое корень кубический? Это бесконечное производное, но не скачок, а такой вот разрыв производной в одной точке, как он себя ведет. Очень красивая работа. А там первая картинка слева сверху, это гладкое решение, потом... Потом оно распадается, да. Гладкое решение, изначальные условия. Да, изначальные условия, а потом пошли неприятности рождаться. Он изучал, как вот эти осцилляции рождаются, построил качественную, настоящую вот, качественную теорию в духе как Нимеса Степанова, Андронова, Хайкина. Рождение есть колебание. Бифуркация, рождение есть колебание. Все очень красиво. Вот. Ну, была идея, мы сказали ряду людей, что если мы правильно власть с Больцмами построили... Ну, власть с Больцмами то же самое. В этом смысле, не сколько. Власть с Больцмами имеет второй порядок точности, поэтому дисперсивная осцилляция там возникает. Хотя, конечно, Годунов не писал про Лати с Больцмана, но не убежит. Теорема Годунова Лати с Больцмана не убегает. Вот. Была идея, что консервация энтропии, сохранение энтропии может помочь. Ну вот если мы будем строго отслеживать баланс энтропии, то неприятности не появятся. Но Гарвини анализ токса, это с высочайшей точностью гипотеза была не то чтобы проверена, продемонстрирована явно для всех. В очень познавательной статье от Анны Тадмора, классик энтропийных методов, с его аспирантом. Как я понимаю, он взял хорошего китайского аспиранта и сказал, вот ты продемонстрируешь всем, что баланс энтропии А возможен точно, и Б ничего не регулируется. Вот он показал всем, реализуя схему высокого порядка сохранения баланса энтропии, что баланс энтропии очень точный, вот в этих методах он очень точен, но вот точно как положено идет. Но ничего не регулирует, видите, так сказать, ассоциации возникают, и чем точнее баланс энтропии, тем, к сожалению, тем даже круче осцилляция. Вот на этих рисунках обычно неприятности такие на левом конце есть, а вот только они почему-то тут выделены на правом конце. На левом почему-то есть немножечко, вот они, вот они. Вот. А нет, ну, здесь, здесь нет. Здесь же уголочек-то не на бесконечность производная. То есть там сеточку погрубее надо взять, тогда будет. А здесь производная не на бесконечность. А вот здесь производная на бесконечность в этом волне будет. Там очень плохие осцилляции. Вот здесь получше, а здесь совсем так ничего. Я ответил? Да, все. То есть чем круче слоп, тем раньше начинается эта осцилляция. Если слоп конечный, то на некотором шаге они пропадают. А если слоп бесконечный, то они все, они вечные. Это не изотермическая задача, да? А, здесь не изотермическая. В изотермических то же самое. А, ну там не энтропия, что-то другое. Ну, да, да, да. Да. То есть нет, понятно, что это здесь. Нет, здесь жонка, может, классическую, с ней не это. Задачу ударной волны, изотермическую, ну как положено, они очень правильно все делают. Значит, вот что происходит в Лати с Больцманом. В Лати с Больцманом происходит то же самое. В Лати с Больцманом получается, сохраняя энтропию, не сохраняя энтропию. Можно, ведь дело в том, что можно организовывать соударение так, чтобы энтропия вела себя при соударении правильно. Уменьшалась только на ту величину, какая положена. Ну, скажем, баланс был точный. Власть Больцмана это очень легко сделать. Не помогает. Здесь просто разные картинки, соответствующие А. Ну, как я не знаю, что, какая из них соответствует точному балансу энтропии, но я помню вот это. Одна из вертикалей соответствует точному балансу энтропии. Кто догадается, тому пряник. Похоже на задачу о распаде произвольного разрыва. Да. Это задача о распаде разрыва. Ну, естественно, стандартный бенчмарк. А здесь иллюстрация того, что неприятности чуть позднее возникает,
получается, вилочка такая же. А нет, верхняя это большая вязкость, нижняя это меньшая вязкость. А вот так это разные типы латицы ударений. Один с точным балансом энтропии, другой, сказать, с меньшим, а третий совсем без всякого внимания на энтропию. Нет, я о том, что неприятности начинаются вот на нижнем уголке обычно, а тут они у вас с отступлением каким-то. А, нет, дело в том, что так, это был разрыв стоявших посередине. И вот одна часть волны побежала налево, другая направо, разрыв. А, распад, это распад разрыва, стоявшего посередине. Ну, это просто... Значит, идея лимитеров возникла тогда, когда люди дошли, вычислительная математика, когда люди дошли до предела. В том смысле, когда они выяснили, что они не могут миновать экспрессивных осцилляций, они не могут миновать всяких пакостей, и нужно что-то делать. Значит, идея была очень простая. Давайте там, где пакости, пакость измеряется словом наклоном. Самым крутым наклоном. Там, где пакости, там будем использовать схему низкого порядка точности, а там нет пакости, там высокого. Годунов топает ногами, причем не в буквальном смысле, ругается в буквальном смысле, нехорошими словами, ну, не совсем нехорошими, но так ругается. Говорит, что это все равно не спасет общий порядок. Да, это не спасет общий порядок точности. Как только мы в одной точке нарушили порядок точности всей схемы полетел. Однако, с практической точки зрения, решение может быть приемлемым. То есть порядок формально полетел, но фактически им можно пользоваться. И это очень важное замечание. И вот люди, вот схема Ошера, Шива Свибил, разные схемы. Вот первая формула здесь, вот эта формула. Вот Т, это R, это слоп наклон. Это весовая функция. Ну и вот здесь лоу это низкоразмерная, хай это высокая. Низкого порядка точности, хай это высокого порядка. И смесь такая. Значит, когда слоп большой, фи маленькая, идем сюда. Когда слоп маленький, фи большой, идем сюда. Ну большой и маленькое, в смысле, около единицы, около нуля. Фи между нулем и единицей. Ну вот разные функции. Их не нужно запоминать, не понадобится, но, так сказать, я иллюстрирую какие-нибудь, значит, минимум модуля, минимум, ну, разные смеси. Мы тоже используем разные функции. Вот эта идея. Эта идея есть. Книги посвящены, вот в учебнике в этом, принципы вычислительной динамики жидкости. Подробно разобрано, а есть просто книжка про то, как корректировать слишком сильные потоки при больших слопах. Ну уж минимальные. Значит, идея латис Больцмана лимитеров. Идея очень простая. В отличие от этих методов, за что я не очень люблю эти методы. Потому что вот эти низкие схемы, они начинают портить макроскопические величины, они начинают портить вычислимые поля. То есть они берут поток из соседних, и пересчитывают специально, чтобы сгладить. Ну как бы немножко перемещая поле вправо, влево, сглаживая, то есть меняя поле. А латис Больцмана это можно сделать, вообще не меняя макроскопическое поле. А именно, у нас есть, как я уже рисовал, здесь на этой картинке можно все рисовать. Хорошо, что она у меня есть, можно ничего не щелкать экрана. Вот есть у нас равновесие, да, есть у нас текущее состояние. Вот это будет неравновесное, нон-эквилибриум, да? F минус, вот это F равновесное, F star, со звездочкой. А это текущее, а разность это неравновесное. Давайте, если мы очень далеко, а мы можем померить, давайте немножко приблизим. В этом идее. Давайте. При этом, поскольку равновесие и текущее всегда имеют одни и те же макроскопические перемены, мы макроскопические поля не поменяем. Мы слегка отрелаксируем микроскопические кадры. Как получается? Отрелаксируем микроскопическое поле к равновесию.
Тем самым мы повлияем на производное во времени. То есть релаксация затрагивает, говоря языком гидродинамики, только тензор напряжения. Мы меняем тензор напряжения к более равновесным значениям. Но не меняем ни поле скоростей, ни плотностей, ни температуры. Вот. Ну вот на этой картинке нарисовано, вот появляется такая, вот мы представляем каждую функцию таким образом, вот это обезразмеренное отклонение от равновесия, а это вот норма отклонения. И можно сказать, да давайте, говорит, вот умножим уклонение от равновесия на какую-то вот такую весовую функцию, которая будет она будет меняться монотонно, убывать с ростом уклонения. Вот, собственно, и вся идея. Ну, а дальше идет так, целая кухня, как это делать. Это идет притягивание к равновесию. Да, слишком далекие подтягиваем к равновесию. Но при этом подтягиваем только эту точку, не трогая соседние. Да, да, да. А соседние подтягиваются, регулируются свои визы. Каждый по-своему подтягивается. Да, на самом деле, эксперимент очень забавный. Показано, что когда вот на шоке, на одномерном, в трубе, в одной, в самой худшей точке подтянем значение неравновесной энтропии к ближайшей снизу точке, вот так просто, максимум обрежем, к ближайшей точке. Этого достаточно, чтобы снизить дисперсивную осцилляцию до разумного уровня. Не убить, там будет реакция. Но уже уровень будет вот нет. До разумного уровня, чтобы приехать. Нет, это норма, это мы просто чисто формально. Ну, умножили на норму, разделили на норму. Там тождество. Вверху. Вверху тождество. Тогда правильно надо там еще. Нет, это просто тождество. А внизу, вот вместо нормы, там стоит фи, это уже величина не единичка. Да, вот да. То есть так-то единичка получается. То есть это просто представление, такое представление, что на самом деле у нас есть направление уклонения равновесия, и мы его менять не будем. Есть амплитуда уклонения от равновесия, которую мы будем менять. Ну, то есть, если я понял, смысл такой, когда мы осцилляции сглаживаем пространственными какими-то операторами, то мы задействуем информацию о ближайших точках, как-то это выравниваем. И поля меняем. При этом, конечно. Но здесь самая эта проблема, как бы, вот сколько у этого горба снять, чтобы это сделать. Да, да. Вот есть соответствующая кухня. Угу. Ну, вот есть как бы. Но есть даже некая история. Первый лимитер такого рода, это был придуман за год до нашей работы. Ну, я не знал, я не ссылался в свою работу, потом начал ссылаться. Ченом, Худонгом Ченом, вот эта статья. Это называется правило положительности. Говорит такое, F в перепрыгивании через равновесие может уйти в отрицательную область. Давайте возвращать ее в положительную область до границы положительности. Это будет задой стабилизировать. Так и стабилизируем. Ну, понятно, распределение формально. Ведь никто же не запрещает ему, отразившись от равновесия, уйти в отрицательную область. Это, конечно, не физично, но поскольку все моменты линейные, ничего серьезно не будет. Но давайте возвращать в положительную. Вот до конца мне непонятно. В этом случае микроскопическое равновесие, как оно? Макро, я понимаю, у вас закон сохранения, ну вот он есть и есть. Микроскопический, да. Если вы же тут оперируете понятие микроскопического. Ну да, но дело в том, что вот смотрите, здесь вот есть текущая F маленькая. Да. Там сам вверху. А вот F со звездочкой. F со звездочкой. F это то, что вы сосчитали. Вот выскочило. Да, F. Вот оно еще не ушло в отрицательную. Да, оно только выскочило. Какое-то F. Угу. Вот у него есть какие-то моменты. Скорость, импульс. Температура, энергия. Для этих моментов мы считаем равновесие F со звездой. Локально. Но когда мы через него отражаемся, считаем интеграл столкновения, мы можем перескочить границу положительности. Уйти в отрицательную. Запрещаем. Давайте запретим. Будем по тому же направлению возвращать до границы положительности. Все. Нет, да, они просто вот прыгнули, ушли в отрицательную, подбили немножко обратно в положительность. Как резко. Это
Это метод, предложенный Ченом за год до нашей работы. И он работает. Как ни странно, немножко регуляризует. Дело в том, что в диспрессивных кастрациях, когда они регулируют большим размахом, система время от времени улетает в отрицательную область. Стоит эти точки немножко вернуть, а стресс резко падает. Ну вот. Ну и вот где... Значит, дальше объяснение, почему он работает. Значит, у меня, значит, по традиции ваши семинары час или полтора? Ну, как получится. Ну, пара, да? То есть, вот, примерно. Значит так, ну вот я буду держаться немножко меньше, где-то еще мне... Ради бога, как вам угодно. Значит, почему этот метод работает? Значит, вот очень просто. Построим гистограмму неравновесной энтропии. Нашел на данной трубе. Оказывается, что чрезвычайно тяжелый хвост распределения. Оказывается, что среди точек всех, сырирующих, существуют некоторые точки с очень большим уклонением. То есть вероятность таких, получения таких уклонений в экспоненциальных хвостах, ну видите, здесь минус 170 появление этого байчанс случайно, здесь минус 21, здесь минус 8. То есть вероятность появления таких тяжелых хвостов в экспоненциальном распределении, которые, в общем, мы ожидаем. Ну, мы ожидаем, что величины какие-то, ну, кому распределение по Пуассону, экспоненциально. Но если не нормально, то хотя бы экспоненциально. Ничего подобного. Они же не если уклонение энтропии, ну и тем самым, конечно, длины неравновесного состояния, распределения в ударной волне, уклоняются, ну, имеют тяжелый хвост. Тем самым, если мы, ну, понимаешь, позитивити рул работает только на экстримах. Но вот именно эти самые экстримы там есть. И если мы их отрежем, то все это довольно сильно регулируется. Но позитивити рул недостаточно хорошо работает. А, вот я хотел напомнить, что Кевин Фестер сканул и пропустил. Значит, да, Эренфестовская, ну это такая очень радикальная штука. Давайте посмотрим. Для очень-очень далеких будем просто убивать в равновесии. Ну, прямо как Эренфестов говорит. Встряхивать до равновесия. Ну, конечно, работает, но уж более радикально работает. То есть, нет, можно даже так, начиная уж очень далекий, ну, с каким-то порогом. Работает, но... Здесь теория лимитов монотонная, но я пропущу теоретическую часть, если вы позволите, и потом можно вернуться. И дальше возникает идея фильтрации уклонений. Значит, мы имеем поле уклонений. Как вы спрашиваете, как делать? Вот у нас самые большие, поменьше, всякие. Значит, мы можем фильтровать вот эти уклонения. То есть опять не трогать макроскопических полей, но уклонения, измеренные в энтропии. Энтропия – это правильная функция для работы с функцией распределения. В неравновесной энтропии и будем стричь неравновесную энтропию до некоторого уровня. Как стричь? Есть два типа фильтрации. Это средний, усредняющий, не локальный. Берем и медианный фильтр. Берем самых больших, режем до ближайшего, переупорядочиваем. Так, чтобы, ну, до ближайшего. Как они работают, вот просто на простом шуме показано. Вот вверху нефильтрованные поля, внизу фильтрованные с окном 3, первый ряд, и фильтрованные с окном 5. Ну вот. Первые два это одно поле, а потом вторые два. Значит, вот оригинальное поле. Вот медианная фильтрация, и вот, ну, понятно, с окном 5 то же самое. Вот фильтрация средняя, видите, что она делает? Она порождает наклон. А окно больше, а наклон плавнее. Вот такой выброс. Медианная, ну так, убивает выброс, больше ничего не делает. А, ну и дальше вот с двумя, а вот
Что она делает с двумя? Три. Ничего не делает, а пятимерно P5 сглаживает двойным курсом. Как работают медианные и фильтры, усреднения? Значит, мы предложили, просто так думаю, что мы должны сохранять резкие фронты. Тем самым мы должны резать резкий фронт. Предложили использовать медианные фильтры. Ну и, собственно, ну как фильтр, так как фильтр в choice, фильтр в error. Можно использовать разные фильтры, но фильтры мы понимаем, что делают медианные фильтры. Одна, это уже one point, медианный фильтр в одной точке. Ну вот, вверху не фильтрация, а внизу фильтрация. Мы режем самую большую энтропию, самое большое уклонение от равновесия, к ближайшему. Вот во что он превращает ударную волну. Ну, конечно, не пёфик, но так. А, вот правая картинка от левой чем отличается? А разные вязкости. Примерно. Разные вязкости. Первый, в случае А, вязкость 1/3. Надеюсь, мы успели. А по случаю Б вязкость почти ноль. Ну, такая затравочная, 10-9. Но у вас картинки даны к одному моменту времени приятно. Да, но они, так сказать. Они же наши движутся. Да, она, дальше она движется вот так же. Понятно. Вот так, мелкая река. То есть на самом деле это установившийся удар. Да, это картинка, установившийся удар. Дальше ничего не происходит. То есть у вас вот это эйлер с небольшой вязкостью, с очень небольшой. Да, да. Вот это справа почти не видит вязкость, а слева. Ну, такая резонная вязкость. Это стандартное тестовое значение, мы тут не оценим. Вот. Самое важное, что нужно было проверить, не является ли это удар слишком большим. Ну и есть стандартный способ, вот есть стандарт бенчмарк lead-driven cavity. Это вот банка, по которой бежит крышка, а внутри турбулентность. Вот в этой банке, значит, на некотором числе Рейнольдса начинается бифуркация Хоффа, рождение осцилляции. Точка рождения бифуркации Хоффа где-то в порядка 7200, ну, неизвестно. Неизвестно точно, 7400, 8500, где-то вот здесь. Ну, в этом районе, между 7 лет. Точка первой бифуркации. В разных методах получается по-разному. Где-то 7200, 7400. На очень, подчеркиваю, на очень грубой сетке, 100 на 100. Число Рейнольдса от 10 000 до 8 000. Точка первой бифуркации найдена с очень хорошей точностью. Причем очень четко. Здесь изображена энергия колебаний. Ну, энергия колебаний в нескольких выделенных точках. Просто энергия сигнала. При образовании Фурье энергия сигнала. Если сигнал постоянный, то у него энергия ноль, а если сигнал периодический, то вот нет, а вот появляется бифуркация Хоффа. 7000, да? 7135. То есть это то, что дает медианный фильтр, лазит больше, но светка 100 на 100. Вот это на самом деле вот то, что может лазить больше. Вот это как бы для желающих, вот, я не знаю других методов, которые на сетке 100 на 100 могут сделать что-нибудь подобное. А скорость счета фантастическая, параллелизация абсолютная. Вот, собственно. Естественно, если брать сетку погрубее, то результат может будет, так сказать, понятно. Чем грубее сетка, тем сдвигается, тем раньше начинается бифуркация. Вот. Но здесь, в разумных очень пределах, вот это будет. Ну, вот это. Квадрат пульсации, да, примерно? Да, 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 да. И линейная функция очень четко, да? Да. То есть четко, абсолютно, лежит как по линии. Два, квадрат, квадрат он пропущен. Или убежал за пределы твоей рамки. Это для сжимаемого? Это слабо сжимаем. Ну, слабо сжимаем в том смысле, что ладить больше, но он всегда дает некую слабую сжимаемость. Можно организовать ее, как можно, можно сделать мало, но не нулю. То есть совсем не сжимаемый, естественно, предел тот предел. А еще когда это была точка Пелена? Кинул работу. Вот. Это точка, ну разные люди дают разную. А нами когда? В 2008 году.
Ну, люди определяли ее, естественно, мы не предлагаем нашу для юстирования всех. Мы, наоборот, считаем, что эти люди спектральными методами, на больших сетках, еще как-то это делали. Мы с ними сравнивались. Мы же делаем на очень грубой сетке. 100 на сетку, 100 на 100. То есть вообще почти ничего. А вязкость здесь что понимается, когда вы ноль считаете? Вязкость жидкости, полученная вот в разложении. Ну, при разве ноль едешь, вязкость. Нет, полученное в разложении. Экспериментальная работа есть, которая вот в эту область залезает и ну, как бы подсказывает, что должна быть такая зависимость квадрата от человека? Нет. Нет. Нет, ну поймите, это всегда, извините, это со временем работы Ландау. Известно, что рождение первого цикла, если у вас мягкое рождение цикла, то у вас всегда так. Ну, смотрите, это закон Ландау. Ну да, это закон. Это Андроголков. Подождите, там ситуация хитрее, там не квадрат энергии, а сама энергия будет меняться. Так это энергия, это энергия. Она у вас не квадрат энергии? Нет, это энергия. Энергия, это есть квадрат средней амплитуды. Да. То есть все идет. И задача плоская считалась. Да, плоская. Ну, то есть в жизни этого не бывает. И в жизни другой нет. Температура можно считать 100 на 100 на 100. Это вопрос об эксперименте. Нет, почему? Ну, есть двумерный. Есть двумерный. Двумерный счет в данном случае это такая единица. Ну, бенчмарк. Да, это чистый тест. Ну, трехмерный тоже считать. Нет, считать ты можешь, но там статуи будут другие. Нет, там числа. Да. Нет, там это считано. Нет, он проявится. Да, конечно, эффект. Нет, ну мы брать, мы же в свое время. Ну да, конечно, что уж. Примерно градить трехмерную задачу, я просто ну, больше. Аспирант должен был дольше сидеть и пялиться в руках. Это на большом кластере считается. То есть латис Больцмана, в принципе, делает то же самое. Это же еще и турбулентно, то есть там еще одно усреднение проводится или нет? Нет, это турбулентно нет. Это никакой турбулентно, это и есть рождение в первый раз. Еще не добралось, да. Да, это первый цикл. Нет, это первый цикл. Нет. Это двумерное течение, первый цикл двумерного линда ИВНК. Там дело в том, что там в каждый режим имеют свои, как бы, свои точки бифуркации. Вот эта линда ИВНК, ведь она имеет довольно далекую бифуркацию. Вот. Ну, Пуазель вообще не имеет бифуркации. Пуазель, скорее всего, эта бифуркация не локальная, бифуркация всех петли сепаратрис. Его просто не видно в трубе. Трубу считать аккуратненько, не давая шума, она и будет трубой бесконечного ионизации. Там конечное возмущение должно быть. Ну конечно, там петляется протрессия. А у меня еще вот вопрос, извините, когда, допустим, такого типа задача считается, то ясно, что много зависит, насколько хорошо вы грамм условий будете считать. Вот в вашей схеме как бы пока этот вопрос вообще не обсуждался. Не считали грамм условий. Ну, конечно, а как вы крышку? Да, правильно, да. А вот как в вашем. Значит, здесь Максвелл всегда условия. То есть для газа, это же аналог Больцмановского газа, Максвелл, то есть падает. То есть никакой непроницаемости, но без прилипания. То есть непрелипание какая-то более хитрая. Да, ну Максвелл, это Максвеллские условия для Больцмановского газа. Они самые физичные. Они дают некоторый слип, некое проскальзывание дают. Дело в том, что когда у нас все движение вызвано движением крышки, правильно? Да. И, так сказать, без прилипания вроде бы и ничего и быть нет. Есть прилипание, нет. Нет, как? Падает тот газ, какой есть, уходит газ, максвеллский газ, движущийся со крышки. Но максвеллский газ, то есть не обратно, не строго, а максвеллский газ, движущийся с крышки. Вот это. А еще прекрасно математики привязываются к уголкам. А нет, такой проблемы в общем нет. Они болотная, как говорится, эффект дают. Нет, а там циклики некоторые рождаются. Нет, то есть это интересно понаблюдать за ними, но за ними серьезные проблемы создают. Если вы их сгладите, то у вас бифорбитер цикл родится проще. Если вы зададите сглаживание уголков, то, естественно, там будет. Значит, Значит, господа, прошу прощения, я это симпатичный очень кейс стадии, но должен двигаться дальше. Значит, самое важное это контроль диссипации. Сколько мы произвели энтропии? Считается очень просто. На каждом
Каждый шаг в итерации порождает производство энтропии. Это сдвиг. Поэтому производство дополнительной энтропии считается мгновенно. И то, что для обычных лимитеров, которые вот меняют поля, является трудной задачей установить внедренную диссипацию, здесь является просто, так сказать, ну, простым, ну, счетчик поставьте. То есть, и так это ДТС имеет, то все просуммировать, все и все. В этом смысле это не является сложной задачей, это просто является каким-то подарком. Просто. Поэтому произведенную энтропию вообще дополнительно считать сразу. Ну вот есть сумма, вот формальное выражение, но просто сосчитано все. Это мгновенно считается, то есть дешевле считается. Ну как, да, теперь как считать энтропию? Не надо логарифмировать, достаточно использовать Кульбак формулу, то есть квадратичное приближение энтропии. На самом деле не нужно быть слишком строгим, тем более, что иногда получаются нелинейные, ну, выходы в отрицательный образ. Для численных задач достаточно использовать второе приближение энтропии. Это, ну что второе, это L2 метрика, норма, с весом единицы на равновесие. Ну, то есть у вас там знак равенства в первой строчке надо было бы поставить, чтобы показать, что дальше. А знаете, это я раб западной системы обозначения. Понятно. Они равенство ставят здесь. А мы и там, и там. Да, мы там и там. Да, поэтому смысле. Это сбивает стол. Да, да, нет, это равенство то, там и там. Вопрос сейчас, какие энтропии? Да, в общем, я никогда не нуждался в этой задаче больших энтропий, чем энтропии Больцмана. Но если же, ну, кто желает Салесовскую, в общем, вот есть просто, есть большие статьи на эту тему. Вот. И теперь все. Заключение. Я просто хочу несколько технических слайдов, просто чтобы не нагружать лишние технические. Первое. Ну, Латис-Больцман, вообще говоря, работает. Латис-Больцман, по всей видимости, это самый дешевый метод в смысле экономии времени программистов. Как, ну, сказали, вот, считают люди, я к ним присоединяюсь, что если хороший метод для гидродинамики это PhD, написать, запрограммировать этот Латис, оттестировать, то Латис-Больцмана это мастер. Если, ну, и так далее. То есть, трудоемкость работы программиста на порядок меньше. И это в наше время одно из самых больших достоинств метода. Причем так вот, как ни странно. Значит, что касается его физической основы, у него очень ясная. То есть такие вещи, как производство энтропии, законы сохранения, все контролируется автоматически. А мы уже работаем, то есть наши работы уже на границе применимости, когда исходные Латис-методы, Латис-Больцман не работают. Ну, даже, как и его обычные разностные схемы. И нужно применять регуляризаторы. Вот мы, то есть мы пришли поздно. Мы не стали изобретать новую Латис-Больцман, потому что они уже есть. А мы начали изобретать регуляризаторы, как мы называем, аддонс. Ну, как в программе, пишем, аддонс для браузера такого. Мы изобретаем регуляризаторы и обнаружили, что Латис-Больцман очень хорошо приспособлен для регуляризации. В том смысле, что регуляризаторы очень естественно, они просто появляются за счет фильтрации неравновесной части энтропии. Сейчас у нас вышло большой препринт лежит, Аддонс в Латис-Больцман Скипс. Это глава в коллективной монографии про современные достижения методов Латис-Больцман. Ну, архив, проще всего в архиве достать препринт Аддонс в Латис-Больцман. Пэк, вот первый, ну, на гармонии искать, но первая фамилия Пэк. Аспирант, очень хороший аспирант. Ты все считал. Вот, что касается необходимости вообще в таких дополнениях, мы всегда должны выбирать между патологическими осцилляциями, патологическими шоками, патологическими эффектами в схемах высокого порядка, не монотонных, или дополнительной диссипации. Ну, да, все в этом случае все комбинируют в плохих областях схемы с поправками, с аддонсами, в хороших областях высокий порядок. Это не вполне честно, нуждается в дополнительной проверке на
бенчмарка всегда. В том смысле, что это все равно методы невысокого порядка, что бы люди ни говорили. Иногда я встречаю утверждение, что это неправда. Но с другой стороны, они все равно хорошо работают. Значит, семейство неравновесных фильтров, лимитеров фильтров, очень богатое. Ну и мы построили и практику, и некую теорию этих методов. Вот. Собственно, и все. Ну вот это интересно и полезно изобретать лимитеры в 28. Ну а вот это на очень грубой сетке. Вот на цилиндре 20 тысяч. На квадрате 20 тысяч. Да. То есть набегающий поток слева, да? Набегающий слева, да. Да, второй перенос 5000. Ну, вот так. Да, конечно, генерируется, потому что сжимаем все, как это спрошу. Я поэтому не говорю. Звук есть звук. Нет, вот, отлетают в сторону. Можно, можно сконструировать пределы без звука, но мы, так сказать, тут не мудрствуем. Просто как работает. А если просто включить, просто классический лазер с боем, он сломается на Renault 6000. Статистика в вихре правдоподобная. Эксперименты с квадратным цилиндром двумерные делались. Двумерные, почему делались. Да, на пластинах. Да. Вот это есть такие эксперименты. В общем, сложно говорить о совпадении при таких Renault. Что значит совпадение? Ну, статистика правдоподобная. Струхальц число правильное, контрольное число правильное, а в целом вот то, что есть. Спасибо за внимание. Доклад. А вот вернитесь вот там на N-слайд, где у вас лимитер корень квадратный, дельта С1 на дельта С, а вот это, там дельта СТ, да? Да. Вот дельта С вы показали, как можно ее достаточно просто считать, а дельта СТ... А это то, куда мы возвращаемся, это дельта. То есть это то, куда мы идем. Да. Дело в том, что в каждом фильтре, а СТ это то, которое получается при переупорядочении. Ну вот как, у вас есть, скажем, энтропия, вот эта длина энтропии, скажем, здесь. 10, 100, 50. Вы средне должны сделать 50. Вот, значит, вы возвращаетесь, дельта СТ будет 50. Ну, в медиане. В другом фильтре, по-другому, надо как фильтр сконструировать. Все понятно. Дельта СТ это то, что считает, это то, что есть, а дельта СТ это то, что должно быть. Тача. Т от тача, целевая. Это, какой... То есть предельно допустимый в данной ситуации. Вот какой в соответствии с конструкцией. Понятно. Но вот медиана, вот это все вот очень просто. Еще вопрос у меня. Вот там даже в цитате Годуновской это немножко звучало, и у меня ощущение создалось, что вот этот метод, он во многом, в каких-то местах вообще-то сильно похож на метод характеристик, в свое время очень популярный. Это в действительности метод характеристик, но переписанный для постоянных скоростей. То есть, дело в том, что за счет введения дополнительных, совершенно, вы очень точно поняли, это действительно метод характеристик. Но за счет того, что мы вводим дополнительные плотности, мы можем использовать в качестве характеристик постоянные скорости, постоянные характеристики. И вот в этом смысле это метод характеристик для расширенной системы. Вот это действительно так. И в методе характеристик, там же ведь получалось как? Фактически сетка выстраивалась по характеристикам, так сказать, вслед за решением. А у вас сетку какую-то вы все-таки навязывали. Нет, у нас сетка и так, потому что у нас постоянная характеристика. У нас движение этих самых псевдочастиц, адвекционные, они по постоянным характеристикам. То есть у вас эллеровая сетка, а на ней вы рассматриваете некий такой процесс характеристики. Да нет, характеристики вот сейчас. Вот это набор скоростей, они же определяют набор характеристических. Да. Это характеристические направления. То есть вы из точки их как бы это скажете? Да. И получается такая решетка, да, на которой эти сдвиги являются автоморфизмом решетки. Но при этом система этих точек – это вот дискретизация вашей области.
Да, 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 с ним мы тоже дискретизируем. В то время как классический метод характеристик, по сути, дискретизация возникает как результат пересечения характеристик. Ну, конечно, дело в том, что в классических методах характеристики следуют уравнениям. Да, они, да. Они, гармонические уравнения. Да, и... а в этом методе характеристики являются частью, они являются постоянными, и они записаны для такого кинетической реализации. Мы переходим в пространство кинетики. И так постоянная скорость. Это очень важно. По сути, это как раз расщепление, грубо говоря, во всех уравнениях, что в гидро, что газодинамике можно выделить гиперболическую часть и ее реализовывать так. Ну а если вязкость, это уже. Это соударение, это соударение. Да, это соударение. Это совсем другое, но она точно. А соударение точечное. Вот что Саура-то говорит. Саура-то не зря велик человек. Что нелинейность сделаем локальной всю. Все соударения, и диссипацию локальную, и все общее. Все сделаем, а не локально, сделаем линейно, и точно решаем. Вот это и есть как бы главная идея Лайбница. Что сделаем? Расширим систему, или так вот, если вы как следуя нашему разговору, расширим систему до такого состояния, чтобы характеристики стали постоянными, а потом подумаем, как ее сократить. Это на самом деле вот это была главная идея. Как бы. Вот, с точки зрения вычислительной математики, вот это можно назвать главной идеей. Расширяем систему так, чтобы получить метод характеристик с постоянными характеристиками, а потом думай, как все сократить, так, чтобы получить транспортное уравнение. А потом есть такой реверс инжиниринг, потом думаем, как так расширить, чтобы расширилось правильное, чтобы при обратном ходе получилось правильное уравнение. На правильной цене никогда не получается? Нет. Ну, в некотором пределе, я вам показывал, значит, есть паразитные члены, но если скорости маленькие, то эти, в общем, не так плохо. Ну, хорошо, при маленьких все понятно. А если числа Маха не малы, то тогда эта схема летит. Если числа Маха не малы, ну, тогда получаем вот эти уравнения. Ну, да, есть то есть они уже не физичные. Есть методы Больцмановского типа, как раз для сверхзвуковых течений, но они там немножко по-другому. Там просто будет, извините. Да, если больше скоростей набрать, если вы набираете все скорости с несколькими скоростями звука и так далее, то у вас будет отношение вашей скорости не к скорости звука, а вот этой длинной скорости. И тогда как бы, у вас будет не число Маха в разложении, а отношение скорости, даже просто увеличивая сетку скоростей, мы как-то обходим эту трудность. Мы начинаем работать с большим числом. Естественно, почему число Маха должно быть небольшим? Вот в этой. С чего я начал? Вот здесь. Да вот скорость звука, и вот, если у меня V, я должен быть здесь, то у меня F0 и F минус-минус, они должны быть нулями. И у меня все перейдет в F плюс. Но у меня же тогда получится чистая отверстие. И никого, получится полное безобразие. А если у меня будет здесь скорость звука, потом две скорости звука, три скорости звука, я наберу больше скоростей, тогда можно работать, приближаться, увеличивать число Маха. Вот. Но тогда, естественно, все будет более громоздко, но считается тоже просто. То есть, просто размерность возрастает. Ну, то есть, когда скоростей немного берется, то, с одной стороны, вы не можете залезть в большие числа Маха, а с другой стороны, они у вас принципиально отличные от нулей. Ну да. Да, в том смысле, что сжимаемость. Нет, мы можем взять маленькое. То есть там можно взять очень маленькое. Дело в том, что никто же нам не запрещает считать с высокой точностью и брать У, вот начальный масштаб, очень маленький. Потому что считать, что скорость звука очень большая, а реальное течение. Поэтому, если мы берем У очень маленький, то мы приближаемся к пределу несжимаемости. Так масштабируем так нашу задачу, что это будет. Ну да, несжимаемость тоже абстракция некоторая, так что. Да. Нет, то есть мы можем, тут мы можем играть. Ну, всегда. Лайбниц Больцман — это слабо сжимаемая жидкость при небольших числах Маха. Но и слабую сжимаемость можно регулировать. Более слабую, еще больше. И не число Маха допустимо можно регулировать. Но не допускай. Да, как только вы ввели хотя бы слабую сжимаемость, то у вас побежали звуковые волны в том числе. Да, да. И если у вас ограничена область, то могут разные резонансы появиться, которые вовсе может быть не физически. Да, ну можно, это зависит от ограниченных условий. Если у меня ограничены условия максимумские, типа вот, все возвращается в Максвелла, то
сильных резонансных сетей, она хорошо демпфирует, сильных резонансных. А если у меня ограничены условия типа отражения, бансбэк, то звук, конечно, будет хорошо бежать обратно тоже. Вот, ну, в общем, так, вот это, то есть, что я могу сказать по, то есть, ну, как всегда, степень популярности характеризуется числом публикаций в рейтинге журналов. Сейчас тысячи, идут счет на тысячи, да, по этой тематике. Наша компания является не первой, просто заметной в этом потоке, как это вот так нас знают. Вот. А вот у меня еще вопрос один, такой не совсем, как бы, по теме, ну, близко к этому. Вот ситуация, когда мы с помощью хороших приборов меряем некую величину динамики, очень часто сопровождается осцилляциями, поскольку ну, прибор осцилляет. А нам бы хотелось иметь гладкую. И вот сглаживание, по крайней мере, те вещи, которые, так сказать, я видел, мы там применяем, все-таки это вот тот пространственный способ сглаживания, не поточечный, который вы. А вот не видели, не пробовали. В этом случае непонятно, что такое равновесие, но можно придумать. И применить вот фильтр такого типа. Не сталкивались с такими работами? Нет, то есть в этом не случае скажу, природа осцилляции, она чисто измерительная. Ну, поскольку ни один прибор не может выдать точную, так сказать, вещь. Да нет, Ильич, вот я знаете, спрашиваю вот таких задач. Очень умная крыса начинает вибрировать от нервности. Ну, вот да, в психологии. Если крыса скрещивает умную сумму, то в конце концов они начинают дрожать и ничего не могут делать. Я могу просто сказать конкретный случай. Вот представьте себе, есть оборудование сейчас циферское, вот у нас в университете есть, делают нагрузку на, так сказать, пробную систему, и идет перемещение. Перемещение фиксируется с очень хорошей точностью, там стоят датчики, там с долями, там десятыми, сотыми долями, миллиметрами. Нагрузка вроде тоже там дозируется очень хорошо, тоже хорошо меряется. А результат получается. Пилочка. Понятно. Ну вот, потому что я, к сожалению, это не мое. Хотя понятно, тут упругая отклик системы, он не должен. Ну, чувствительный прибор начинается вместе с собственной частотой. А если его демпфировать, то он получается недостаточно частотой. Вот. И вот вопрос-то как раз о том, что как-то мы это вот попробовать. Ну я попробую эти ваши фильтры, потом вам напишу. Ну, это не боитесь. Хорошо. Нет, это все-таки. Нет, но сама идея поточечная, потому что когда мы пространственное сглаживание делаем. Можем, а как поточнее? Я не знаю, как я не берусь, так сказать, судить. В наших коллективных задачах мы обычно, как говорится, резкий член считаем всегда значительным. Аккуратно. Там, где, как говорится, нелинейная слагаемая работает. То есть вот некоторых проблем как бы нет. Частично. Ну, я знаю, ну дело в том, что вязкий член как значит? А? Ну, маленькая у нас вязка сейчас. Ренос у нас большой, а даже в крови у нас большой. А грызгов это примерно, ну ренос примерно переводят так, корень из грызгова. Мы очень высокие. Ну то есть на эффективных задачах реносы небольшие, хотя большие грызгов. Да. Да. Другой класс задач. Нет, ну тогда там началась больше очень хорошо работать. До пористых сред, до сред с очень сложной геометрией. То есть вообще его начинают применять просто на динамике макромолекул, когда частица бегает, и очень просто наложить дополнительные связи. Вот, то есть вот идея это гибкость моделирования в чем? Бегут они, ну как называем, не квазичастица, не квазичастица, немножко другое, то, что само возникает в среде, ну, псевдочастица. Бегут там псевдочастицы по своей решетке. Можно наложить дополнительные связи, только они будут прыгать. И вот динамика ДНК молекулы и многое. Очень красивые расчеты, как ДНК сама проходит через дырочку в мембране. Там. Просто за счет тепловых флуктуаций проходит как буквально такая рептация через дырку в мембране. Протискивается. И это просто это все и моделируется. Причем иногда это такие прикидочные расчеты, иногда это расчеты, которые дают коричневое совпадение. В общем, метод такой. Он не прецизионный по точности, хотя может быть вылезено в нужных случаях из-за прецизионного, но зато очень хорош для прикидочных расчетов и очень просто в программировании. Вот как бы. То есть поэтому огромное количество людей им начинает пользоваться. Вот. И все больше это уже самолеты им считать начинают, скоростные машины. То есть начинают считать там, нужна хорошая динамика. Там как раз и скорости-то уже скорость. Да, и скорость. Реакция огромная там.
там и начинаю считать, поэтому еще вопрос. На турбулентные модели не сравнивали с какими-нибудь результатами? Ну, как? На турбулентные модели? Нет, мы нет, но мы-то нет, но мы работаем. Ну, понимаете, если вот здесь так, я не могу зашить сообщество, да, в этом сообществе очень много трехмерных расчетов сейчас, и сравнение, ну как, кроме того, да, во-первых, пишут уравнение, ну, с Магаринского и же с ними, пишут платье с Бойсом уже для них, то есть для уравнения с турбулентной вязкостью, мы можем писать платье с Бойсом для модифицированных уравнений, и это дело, то есть, ну, система переписывает. Вот. Поскольку тем самым как бы и сабгрид всякие модели, платье с Бойсом сам может быть рассматриваться как сабгрид можно. А еще если его оснастить автоматическим учетом сабгрида, ну, то это нормально работает. То есть работа котик просто очень много. Поэтому я не могу ответить сразу за все сообщество. Я этим не занимался. Но люди много этим занимаются, получается, иногда плохо, иногда очень. Много людей. Когда плохо, обычно об этом не пишут. Но я знаю, что бывает. Есть еще вопросы?